Пойдемте за дом, посмотрим, что здесь там делается. Эти все-таки прирослись. Вон какие. Здесь был еще один. Не вырос. Два только прирослось. Раз, два. Здесь был еще третий. Там он, который Вася садил, тоже прирослись. Здесь все завяли. Здесь солнце, здесь не растут цветы. Уристая? Да. С хорошим. Видите, вода хорошо здесь течет. Хорошо поливается, говорит. Здесь тоже все сохнет, здесь тоже не растет. Надо эту бочку вот туда поставить, под дерево, где вот этот вот горшок. Сюда. Ой. Ой. Для меня это праздник. Смотрите. Все-таки они выросли. Вот те. Сейчас посажу в те, вон, которые у меня пустые. Привезла, которые. Вот этот цвет обалденный. Вот этот цвет обалденный. Классный. Очень красивый. Пойдемте посмотрим. Сейчас я ключи полагаю. Ой, моя красота. Давай. Ой. Фуллерия. Браво. Браво. Оксизи, да? Стоит того, чтобы вот этот цветок здесь рос. Красиво, смотрите, как... Ой, сейчас чихну. Это я от цветов, девочки, от запахов. Клубника. Фраула, ну ты смотри уже. Эх, этими. Мигали фраула, кокини. Ага, на, вон влепо иду. Огурец пропина. Ту пьяному апану. Мы пообрезали в прошлый раз. Видите, Вася подвязал. Я обрезала эти самые все, которые между узле. Вот эти вот, да? И смотрите, как пошли они расти. Еще сильнее, еще класснее. Мои помидоры. Уже вон сколько помидорков. Значит, посмотрим огурцы еще. Надо огурцы еще подделать. Вот. Такие вот дела. Этот один супермаркет, это второй супермаркет. Будем сравнивать, какие вырастут, какие не вырастут. Там тоже уже супермаркетовские пошли. Там он уже внизу много их. Вот. Так что, девочки, кто мне писал, что в супермаркете не покупаете, ничего у вас не выйдет. Вы что, прикалываетесь? Я не прикалываюсь. В прошлом году мы ели, очень даже много было таких длинных, кто не смотрел. Помните, я вам показывала в видео. А вот перец пока что... Ну, как, не больно сильно двигается. А мелидзанус это синенькие баклажаны. Вот они пошли. Вот они растут. Мы их вот такими посадили. Они у меня дома не росли. Почему, не знаю. Рассада не росла дома. Им теплица нужна, свет, видимо. А здесь вот за 2 недели. Сколько мы высадили уже, да? 2 недели, 3 вышли. А если бы я уже привезла их такие большие, они бы уже вот такие вот были. Вот здесь помидоры. Я вот это тоже помидор обрезала. Смотрите, какой. Ну, между узлы я имею в виду. Вот эти вот ростки. В прошлый раз. Вот. И у них тоже уже вон помидорки. Вон завязи. Вот. Надо еще будет обрабатывать потом. Посмотрим. Перчик. Перчик. Вот. Я еще, помните, мне говорила, надо выкинуть эту, наверное, вазочку. Я же отдала ребятам, не знаю, они посадили или выросли у них, или что. Или раджи падают. Пойдем теперь горшки с цветами посмотрим. Я же в прошлый раз уронил кто-то мой цветок. Это, смотрите, что сделали. Тут какой-то цветок у меня был посеян. Подсолнух, что ли. Я вон туда посадила. Здесь надо полить. Это коты ходят здесь у меня, писают. Не ругайтесь. Когда... Люда, не ругайтесь. Здесь понасеяла, все почистила. Здесь, помните, гора была этих самых вазончиков. Они друг на дружке стояли. Вот. Я их понасеяла. Ну, я не думаю, что они зайдут некоторые. Потому что вот это, вон там. Такие семена из таких с магазинов, которые у меня нет надежи на них. Это, считай, вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6 вазонов. На них нет надежи семена. Там вот, я не знаю, выйдут или нет из Лидова. Тоже не знаю, выйдут или нет. А эти вот растут. Львиный зев мой. Ой, уже этого самого
Что-то там проклевывается. Надо... Я их прищипнула, и они, видите, пошли вот междоузлие, вот здесь пошло. Вот они. Вот я их прищипнула несколько штук. Этих больших самых. Видите, как они начали. Я не знаю, надо прищипывать львиный зев или нет, я не знаю. Вот такие вот, орех. Мы его оставляем, вот этот орех. Остальные надо все убрать. Их тут очень много. Он, видите, посеется. Потому что этот начинает портиться. Пока этот испортится, тот подрастет и будет у нас новый орех. Я уже в прошлом видео уже говорила, что Вайс говорит, не буду сажать орехи. Что выпало, что растет, само вырастет. Потому что в Греции есть такая вещь, нельзя сажать грецкий орех. Огурцы. Так, огуречки мои. Ну вот надо их подвязывать. Сейчас Вайс подвяжет их. Они вот туда пошли на клубнику. Давайте клубничку поймаем одну. Я вижу, здесь уже красненькие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На земле лежат. На земле лежат. Вот они. Оп. Да, это мне привезла Сашечка из Молдавии. Из Молдавии привезла. Старый русский заквас клубники. Вон тут их сколько. Много ее здесь. У-у-у. Сейчас я съем. Сейчас я съем. Ну-ка. О, девочки, клубника пахнет. Девочки, мальчики, клубника пахнет. Ладно. Смотрите, я вот этот перец посадила отдельно от всех. Да? Смотрите, он выше всех, чем те. Вон там, где все вместе растут. Почему так, не знаю. Здесь ряд цветов, вон, видите, вот эти вот. Сейчас покажу, пойдемте ближе, пойдемте. Я хотела клубнику съесть, но думаю, нет, поболтать с вами, что ли. Ой, красота, красота, слов нет. Смотрите, как куст. Но он не дает гадств. Фруктов. Фруктов не дает. Этот самый гранат. Он нападает и ничего не дает фруктов. В этом году цветет, цветет и цветет. Угу. Благодарный. Ладно, хоть цветочек видишь. Вон, видите, вот они. Рядок этот я посадила. Такие шары белые. А здесь подсолнухи посадила. Видите, камушки. Здесь подсолнухи. Клубнику надо собрать. Там еще целая куча клубники. Клубника начала давать усы. Смотрите, вот куда выросли усы. Видите, вот, вот усик. Вон там усик растет. Я почему хочу, чтобы у меня клубника здесь вся разрослась. Не хочу ничего, только клубнику хочу, чтобы здесь много ее много было. Вот. А там, смотрю, много ягод есть. Там я-то чуть-чуть собрала, там еще целая куча. Пион у меня вообще надо его обдирать. Срочно-срочно траву здесь. Смотрите, что зарос бедный. Зарос бедный. И там надо полоть. Здесь этот бамбук чертовый перерос сюда. Как его избавиться от него, я не знаю. Ты извишись? Извишись? Ага. Вон там, видите, палочка с бумажкой. Я тогда укроп посадила. Сюда я... У меня были старые русские семена. Вот здесь дорожечку я посадила этих самых. Скажите мне, скажу я вам, называется. Кислый такой. А, щавель. Вот. Ну так, знаете, взойдет, не взойдет. Потому что семена до 15-го года были годные. Фраула, эхикиалу. Фраула, это клубника. Вот. Такие вот дела. Вот. Старая русская клубника. Клубника пахнет обалденно. Ну, здесь, да, вот эти помидоры последние, я их вот такие вот маленькие привезла, видите что? И какие бы ни посадили, не знаю, вот здесь в Греции, не знаю, у вас как, здесь какие ни воткнешь, помидоры растут. У меня там помидорина, да, она сломалась вот так вот, да, я взяла ее, воткнула, и она корни дала, и растет, вон там последняя. Вот так вот. Ладно. На них сесть, да? Не, фенити, я ты прасина, ола, и не, ола, секунды. Это видно, что дождь был, говорит, все, говорит, растет. Я сейчас клубнику налопаюсь. Костас у меня почему-то не очень сильно любит так вот клубнику, чтоб ел так вот прям, вот некоторые детки же любят. А Костас у меня не очень-то сильно так. Давайте вымоем. Ой, раздавила. Ладно, раздавила одну. Одну раздавила, все. Пускай. На. Тоже как соплю на херге. Свалю со стома. Таня, мягкая, вкусная.
Вкусная какая. Які пуйні петрулі з діпла і такі лолуді, влепиш? Діпла, що петрулі сі дом. Чисті лолуді, а іне? І льошпаро. І льошпаро, це з... Іне, як по-русски сказати, льошпаро. Ці. Фу, подсолнечні цвіти. Подсолнухи. Іллю, це сонце, і льошпаро. Спор'я, це семена. Сейчас клубнику все соберу. Мы ее просто не успеваем, надо ее пораньше собирать, она прям переспевает. Если в среди недели собирать ее. Ладно, скоро буду приезжать с огурцы уже собирать. Можно собирать их уже, смотрите. О, какая, вот какой. Вон. О, какой. Я говорю, спуги нету, а он там под диванами спал, сидит, смотрит на нас. И он там бабочка прилетела. Смотрите, какая бабочка. Боюсь я ее распугать. Такая бабочка красивая, большущая. Да, ты привет. Обалденная, смотрите, какая. Спуги, смотри, какая бабочка. А, спуги? Спуги. Обалденная бабочка. Ой-ой-ой, ми-ми-ми, кац-кац-кац. Там жук ползет к ней какой-то, смотрите. Это вообще, это супер. Оп, улетела. Ой-ой-ой. Ты зачем стукнулась? Она стукнулась. Она стукнулась. Ой-о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 й
Спуги, смотри, кто это. Ой. Спуги, только не лови ее. Да, Спуги. Да, Спуги. Иди, я тебя поглажу. Иди, я тебя поглажу, котик мой. Катюшка, ты мой Катюшка. Да, 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 да. Красавчик, ты мой красавчик, Спуги. Спугули. Мирмиги ползают по тебе. Спуги, Спуги. Он облинял, у него шерсти мало, да? Да? Ну, давай, 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 я тебе почухаю, давай, я тебе почухаю, давай. Ай, ты красавчик, да, 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 да. Осторожно, Спуги. Ну, чё ты? Ты же покушал. Ты столько утром с нами кушал. Он столько покушал. На-на-на, ой, подтягивается. Потягушечки такие у него, потягушечки такие. Ох ты. Костасу тоже жариваются на колбаске, два яйца. А кот наш, вот ему нравится, понравилась ему голопова наша. Индюшка, он уже третий кусок ест, вот ему даю. Сит лопает, аж прям в двери ломится. Он съел, все, проглотил. На, будешь еще? Спуги. Нравится ему она. На. Эль. Эль, Спуги. Ой, да. Ну, лапами-то, лапами. На, на, на. Не иду туда, там солнце, чтобы давать ему на солнце. Пускай здесь кушает. Что-то он кушать захотел. Ой, ну, сейчас... Так, пожарю сейчас колбаску Костасу, а потом яйцо туда добавлю. Крышечкой опять закрою. Так, это такие, эти самые икеевские колбаски, которые там хот-дог делают в Икее. Костас купил две пачки. Она ему говорит, возьми еще две. А он купил пачку. Она ему говорит, возьми еще пачку. Говорит, у тебя будет 15% скидка. Он пошел, взял еще одну пачку. У него теперь две пачки. Вот одну уже доедает. Этот. Ну и мы сегодня с Васей, мы помогли. Две штуки съели. А это... Хочет вот так вот. Так, да, сделать тебе?
Смотри-ка, что заглотил. Ты что, уже проглотил? Все. Ой, сиди там близко. Еще будешь? Еще давайте дадим ему. Ну, что, ест кот. Я думала, он не будет есть, а он ест. И Вула вот такую съела. Одну почти что. Когда были здесь утром. Ага. Он не ел тут колбасу. Он только вот эту ест. На. На. Кушай. Вот. Такие вот дела. Так что. Раз хочет кот, значит дадим. И он еще вот этот сыр ест. Видимо, качество хорошее. Когда-то мне мой отец говорил, если кот ест продукты какие, да, значит они хорошие. Ну, кот, кошка. А если кот и кошка не кушают, значит, ну, какой-то продукт, значит он не хороший. Так, все, я выключила. У меня сковорода нагрелась, она толстая, она горячая, держит тепло. Так, косточку надо сюда. Сюда. Потом переложить. О, Споги не ест яичницу. Не ест яйца жареные, ничего не ест. Вот такое вот. Все, все, видите, еще проглотил. Все, хватит. Давай тебе водички налью, будешь водичку. Молоко не пьет он, а Вула пьет молоко. Надо здесь теперь вымыть пол, где он кушал. Таня, пигина на всех простись. Пигина, Тора, пигина. Да, да, да. Ой, такая мутля красивая, такая ложа красивая у него. Да, да, давай, умывайся, умывайся. Давай, умывайся. Он облинял, походу, такой, знаете, сразу стройненький стал. Что ты там притащил? Ой, ты уже собрал лампу. Вот такая лампа. А ты это, лампочки не винтил, Коста? Нет. Тут тянешь так, так, вот за эту штучку. Такая лампочка нам. А вторую что, не собрал еще? И все. Сейчас поставим. Такие вот классные. Смотрите, классно как. Молодец, Коста столько проснулся. Я ему не сказала, даже лампу собери. Он сам собрал. Все. Такие вот. Почему такую купили? Под наши ручки вот эти вот цвет. Элла Коста на фас. Химой до банана. Он говорит, не хочу молоко. Ты дефтери. Давай делай вторую. Все, Споги уже не просит. Если он просит еду, он кушать хочет. А если не просит, уже все. Он уже начинает умываться. Он сидит уже, видите, сидит, чистится. Все, ему уже не надо. Он уже наелся. Он уже съел целый хвост. Еда у него стоит. Ой, давай-ка сюда. Опа. Костас не хочет молоко. У меня еще остались с прошлого раза. Ну, эти домашние яйца. Ладно. Еще бы Споги кушал яйца, я ему дала яйца. Да, Споги? Давай я закрою, а то мухи летят, Споги. Хоть и ты там сидишь, их ловишь, наверное. Иди отдыхай, Эйна, пигины. Все, готово у меня яичко. Яишенка готова. Так, ребенку надо положить сюда. Он сейчас быстро соберет вторую лампу. И это самое... Включил телевизор. Сколько время-то? О, он встал в 11:30. Он вчера устал. Вчера тоже устал. Как и мы все устали. Ракеты. Детский мультик. Да. Сейчас себе тоже сок налила, Костасу готов завтрак. Сказала, будешь пить капучино? Он говорит, нет, не буду. Может быть, сейчас Фаюс будет пить капучино. Я тоже хочу капучино. Этот чухается у меня здесь лежит. Довольный у него, Саша, довольный. Да, это улыбка аж прям на этом самом. На рожице его. Опа, все, улегся. Смотри, как намывает. Коста вторую лампу. Ну ты сюда не ставь, а в еду сейчас она у тебя как плюхнется. Все, две лампы готовы. Да, красивые, да, Коста? Такие красивые лампы. Ну, вы знаете, вы икеевские эти лампочки, все знают. Иди кушай, сына. Сейчас отнесу, там боюсь, отдыхает. Улегся спать.
Лисе такое классное. Этот намывает. Деньги, что ли, мне намываешь? Или мозги, чтобы у меня были, появились. Я вымыла все. Так чистые стали у меня такие. Все двери, окна, стекла. Шторы выстирала. Я их в прошлом году не стирала, в этом году постирала. А ну что мы здесь живем, если за весь год посчитать? Ну, у нас 2 месяца полных, может быть, выйдет за год, что мы живем в этом доме. Так что кто здесь это все марает? И кот такой. Как я обожаю своего Споги. Он уже взрослый кот. Матерый. Смотри, у него такая улыбка довольная. Он такой прям вот умывается, и такая у него улыбочка. Смотрите, как, да? Видно вам, нет? Да, Коста? Да. Ой, Коста. Да? Споги. Ну что ты? Ну. Ты еще не накушался, что ли? А, Детура, отдохни чуть-чуть. Утром сожрал столько еды. Ой, ему этот самый сыр нравится. Он сыр съел. Целый кусок аж прям. Сейчас пить захочешь. Давай я тебе водички налью. Довольный такой. Споги. А, Споги, скажи всем привет. Да, да. Ясу, ясу, Споги. Ясу. Ой, улыбка у него такая. Мы до сих пор лентяничаем. Сейчас я поставлю пастицу. Помните, которую я варила? У меня остался маленький противень. Сейчас поставлю в духовку, пожарю, о, запеку. И у нас сегодня будет пастицы. А вечером посмотрим. И завтра. Завтра поедем домой. У нас дома еще дела. В лесу очень много красить. Там надо закончить комнату. И этот самый... Вот. Ладно. Где второй кафе? Второй завтрак. Ну, сейчас только кофе. Не завтрак, а кофе. Классно. Вот так вот. Ну, это старый у нас этот самый. Я постелила на него тряпочки, чтобы не было. Гоняет Костаса. И этот. Вот так лампочка светится. Вот видите, они здесь у меня желтенькие. Ручки тоже желтенькие. Вот видите, такие же, как вот эта вот штука. Поэтому я скупила такой не белый. Вот. А сам он такой желтовато-белый такой. Цвет шампанского. Здесь уже кто-то нарисовал. Испортилось. Вот. Такой вот возле моей кровати. Здесь подушки. Это набор вот такой вот. Просто не вот такие вот подушечки. Здесь одеяло, здесь вот свалился. Тифес. Тифелес. Автопошуины. Сейчас меряем. У нас тумбочку надо посмотреть, как получится. И мы сейчас примеряем, покупать тумбочку или нет. Комодино. Уже 2 года у нас дверь. Ругается, говорит. Видео, говорит, ей надо снимать. Надо в дверь вытащить и это самого чуть-чуть ее подрихтовать, как говорится, да? Евгений, твою? Типа, да. Короче, надо вытащить все двери. Да, ругается. Ты, говорит, видео смотришь, Коста с игрушки. Кто мне будет помогать? Иду помогать. Стирала, они уже дверь вытащили. Вдвоем с Костасом. Ты? Ты, Валя, ты до автота гуницы. Крата синехия. Так, ладно. Его плен, но Костас до крата и борта. Костас не держит дверь, а я мою одеяло, стираю. Потому что здесь машина маленькая, не залазит это одеяло. Если прусекс, ты хер я, Кирис Костас, ой, Кириваюсь. Ты? Ты с ними пожди, вот этот есть навалис. И кушади он. Они вот здесь, это самое, плитку царапает дверь. Пьёдишку ли навалис? Ну и пусть много пьешь. Ладно, пошла я помогать вам. У нас сегодня а-ля салата кесара, да? Ну, так. Этот Костас купил этот самый. У нас нет мяса курицы вареной, вот такую купили. Готовую гирус называется по-гречески. Маруль. Этот салат вот такой уже мытый, все готово.
Так, сыр. Иду, иду, и на трифеле. Сыр. Этот сыр, этот жесткий сыр, и мисклеротери, вот этот, он жесткий очень, его надо натереть, будет натеркино. Эти самые кукурузные кукурузки, консерву. И у нас нету квадратных этих самых сухариков. У нас вот такая штучка, мы их покрошим туда, да? Покрошим, да? И будем делать. Давай, вперед. Ложечкой выгребай тебе себе вот сюда вот эту вот штучку. Не надо очень много. Ну давай, отрезай на вот это вот. Что ты сидишь, как вареная курица? У тебя что? Ты что, заразился и с этим самым, как называется? Давай. Себе такую большую вазу сдала. Он сидит. Ну, 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 ну. Баба, кто-то копши? Кинотривом имиту дрифте. В Тане, дев телефон на пятниц. Ты, а то ты все сейчас будешь съешь этого самого. Ну, что ты будешь кушать сейчас так? Давай, вот это открывай, вот это вот открывай. Дин, ну ты соберись чуть-чуть, ну смотри, что раз, все рассыпал. Ну, это не Костас, ты не повар хороший будешь, если так делаешь. Давай. Фели мету дрифти, фели нет. Селучику, не, вали и кинь, иду три. Просто давай открывай и кроши сюда. Потому что где мы возьмем? Халойны вали эти. Триви, на тривис. Ну, надо сюда другой сыр, конечно. Ну, вот у нас нету. Вот такой вот у нас. Это салат от Костаса, да, называется? Кроши сюда давай их, открывай. Копши киану, копши тери. Болику, на фай Костандину штыри. Мелко кроши, Коста, мелко. Это мелко. Ну, давай, мелко. Не прилетит, почему? Ладно. Давай, кроши мелко. Ты как будешь кушать? Ну, нам нет сухих этих самых. А потом майонеза надо, ну, Мижу, надо и... Ты, лады? Лады только. Лады? На майонезе нету сыр. В Тане, баба, пошу, тыри, в Тане. Экзорусина. В Тане. Тандина. Таня, давай, вали до со салата. Головой. Давай, давай. Вот это открывай, добавляй и все размешивай. Я не знаю, короче, вот такой салат Костас сегодня делает. Его на межу кефелики. Лигулали. То котопуля, лигу котопуля попано. Вот и цель вазу, Катя, нас вот есть. Давай, Коста, размешивай. А ты фени салата, вот этот, это кутуали. Ну давай, кроши сюда еще этих самых, крицини. И будем это самое. Мяско вот это вот резать надо. Еще. Ну-ка, вкусный он, нет? Пробовать надо. Только без бульона доставаем. И вот хватит. Это. Хватит? Только? Всего лишь лигу. Я все. Давай, режь вот это вот. И добавляй сюда. Только не сопи. Ты сопишь сама сопыркой. Он только жопу поднял с кровати. Кирис, что ж у нас. Вкусно, как пахнет мясо. Да, Костя Курочкина? Ну, ты резаешь, что ж ты? Ну, давай, докладывай туда и заливай маслом. Может быть, лимон надо? Ну, попробуй, вкусно? Бери ложку и вилку, что ты туда добавлять будешь. Как ты? Вот, пальцами будешь выкладывать. Выкладывай пальцами. Ну так. Еще. Ну, все, хватит. То остальное на другой раз. Ну, давай, тебе тарелки даже не хватило. Ну, для этого салата надо большую миску, да. Все, это убирай в холодильник. Дайте я тоже попробую. Ну-ка, вкусно. Девочки, мальчики, вкуснотень. Масло. Давай, ножки масло. Вот вам и салат от Костаса. Трогай ты. Так, ладно. Маслечко, Кирикос, там. Давай, если мы галим, букалим. Ладно, я теперь не остановлюсь. На, Эля, Кост, давай, наливай. И будем... Как будем размешивать, я не знаю. Мы будем этот салат. Хватит. Закрывай, капает, капает. Накапает сейчас здесь. Иди тащи туда.
На, баба, у меня сейчас тени рахити. И крицини. Ну-ка попробуем крицини. Вкусные крицини? Крицини. Как делать крицини? У меня есть на канале в плейлисте. Хлебные палочки. Там их 3 или 4. Я рецепты вам. Как делать разные. У меня есть вот эта штука. Ну что? Теперь будешь кушать. Вот это скушаешь все? Му-му, мычит, стоит. Просто размешивает его. Ой. Да? Ну-ка попробуй, Марун. Масло там. Похрущу сейчас чуть-чуть вам в камеру. Ну, Коста, ура. На помидоре. У нас постить ее. Кост, ну ты не вали на стол-то. Я просто так. Папа хлеб режет, и мы садимся кушать, да, Коста? Вкусно? И да. Ты не. Я ты вообще тоже. Я уже скажу диета, это что ли? Кто делает диету? Мы не делаем диету. У нас щеки растут не по дням, а по часам. Да, Коста? Ну ты это сам. Так, все. Ты это съешь все? Ладно, да, я сказал. Калиориксы, да? Да. А втулан туфали. Мы собираемся кушать. Новомодный салат я сделала. Маруль. Ну вот, салат. Огурчик, перчик, томат и лучок. Перчик такой красный. Лучок. Все, руки чистые у меня, девочки, мальчики. Я как раз его сейчас срезала. Мыла и ела. Лук свежайший. И купила его биологический продукт в Лиделе. Вот. Другого не было. Вкуснотень. Сейчас залью маслом. Вот так вот. Мне мой чистил траву. Сейчас пришел выкупаться. Будем кушать. Уже вечер. Уже это знал. Темнеет. Коста. Ты будешь свой салат кушать или наш салат кушать? Огурцы с помидорами. Какой салат будешь кушать? Не знаю. Ладно. Накрываю я на стол. Мы здесь будем кушать сейчас. И это вот сам. Надо чуть-чуть вот сюда вот подвинуть. Чтоб стол этого самого. Там влез Костас. А то, когда там зонтик, неудобно. Давай. Это свечка с Лидла. Желтенькая. Эти штучки, которые... Здесь цветочки. Высажу я их, не знаю, не высажу. Все, накрываем на стол. Будем кушать. На, смотрите, кто здесь лазит. У нее там пастицию есть. Она не наелась чуть-чуть. Еще здесь просят что-то. Что ты, Вула, просишь у меня? Вот у тебя столько там еды, Вула. А, Вула. Что ты у меня попрошайничаешь, Вула? Ну да, да, конечно. Что ты, Вула? Ну, поздоровайся со всеми, Вула. А, Вула. Там Костас. Да, там Костас. Мяу. Костас телевизор смотрит. О, смотри-ка, что муравьев собралось. Вон что. Что-то они там нашли, что-то там упало. Жук какой-нибудь. Жука кого-нибудь поймали. Точно. Спуги не идет. Пиги, спуги, не знаю. Пойны спуги, Вула. Вула, пойны спуги. Чего ты терешься возле меня, а? Терешься, да, терешься, девочка, красоточка, ты красоточка. Орикс, Егор, я... Когда ты на фамы? Все, семья вся в сборе. Пришел, Вула убежала домой, Костас ее позвал, да? А мы здесь. Все, всем пока, увидимся.